прямо їхали. А ви, виходить, виїхали. Знизу, да? Бачили ж там знаки в нас? Ну, звісно, бачив, я притормозив. Ви бачите, то у нас нікого немає. Машина, да? Ні, машина була так далеченько, ну, не проскочили. Уже. Були. Ну, виїхали, бачили машину? Да. Тормозить наша? Да. Так он на знак я стормозив. Ти пішов, ну, відео, ніхто, що ніхто не тормозив, машина як їхала, вона так і їхала. Ніхто не тормозив. Удар був там, він все тормозив. Я притормозив і ушов від вас ще в лівий рік. Куди ти рухи тік далі? Я тебе отуду, що на, ровно на перекрестки. Дальня? А ви що бачили, можете розказати? Ось зараз я не їхав на таксі. Ви водитель таксі чи? Ні, я не водитель, я пасажир. Друга взагалі абсолютно машина. Ми їхали за цим ланосом в сині. Тоже з тієї сторони в ту сторону? Так. Да. І удар йде. Тобто ми одразу повернули, я говорю, тормози. Я вибіжав, посмотрел, водитель вийшов з синього ланоса. Все нормально, все хорошо. У водителя таксі, з которым я їхав, був регістратор. Говорю, все є? Так, є, все хорошо. Но когда дело дошло до того, щоб визивати патруль, вона говорить, та ладно, у мене регістратор не пише, я поїхав. Я йому заплатив, і він залишився на місці. Ось місце удару було, і ми одразу треугольник поставили. Там місце удару, так? Так, там місце удару було. Там іменно стеклышко, перший йде тормозний слід, я пройшов з тієї сторони, посмотрів. Ми повністю під машину приїхали. Це вас... Ні, воно виходить в бок, я ж викручував, я вправо викручував. Старався вийти від аварії. Він ударився в лапу, і його розвернуло, і... А я за ним. Охренеть. Понимаете, что в этой ситуации однозначно установлено ДТП. Я вам как предварительно пишу. Кстати, данный гражданин, который водитель был фуры, он начал собирать сторону. Не, ну мы ремни пособирали. Через мат, через слово, через за слово. Я сказал ничего не трогать, потому что началось это все убираться. Где место было удара? Тем более перекресток, уступи дорогу и главная дорога. Видите, на пятачок, что я посреди дороги просто не стану, я еще по линии. А с какой скоростью ехал? Остановиться уже примерно. 60. Да они быстро он ехал. Ну, тут такая ситуация, я вам скажу. На двурядной дороге вы должны пропустить все это. Я понимаю, что я должен пропустить. Я гляну, значит, далеченько. Кому на посту? Я не знаю. Тут вот этого знака. Ну, далеченько. Ну, далеченько это ланос, который тонна. И фура, которая 3 тонны. Ну, плохо видно. Который маневр идет, да? Согласны вы. И разгон. Что, вы знаете вообще свой предназначение? Ну, что знак стоит, конечно, что он висит на мини. Ну, тут надо... Не, ну уступи дорогу, это остановился, да. Посмотрел лево-право. Я гляну в далеченько машину. Далеченько. Ну, вашу машину взять и эту машину. Реально вы на восстановление не взяли. Да не, Жень, это все, надо оформлять. Там тоже сейчас ДТП, благо, что все нормально. Слышь, а что там за ДТП? Таксист и Синька, блядь, навстречу этот самый, Калина. В лоб, на европейском. Фура не пропустила ланоса. Получается, ланос
це панує, так. Да. А, вот где досталось мне. Охренеть. Бля, если бы чуть-чуть, бы бубы. Был бы, блядь, под фуру я. Ёптина. Клинцовский рынок. Заправка. Авиас. Садовая, получается. Садовая, Пермская, перекресток. Фура ехала снизу по Кропивницкому. Ехала. Не пропустил Ланос. Ланос, можно сказать, заехал под фуру. Ну, Ланос задница. Полная задница ему. Полная. Та да, там ще б чуть-чуть затягнуло під фуру. Я ти бачив, де він був? Це не да, не дай Бог. Що? Воно валило, перед кому валилося да, да, лапу, да. І от жопа його розвернула. Лапа спасла, лапа спасла. Якщо б лапу не попав, не знаю, що було вообще. Да. Що? І з одної сторони, отак можна, він виноват, да, базара нема. Но де у ті власті, які поставили тут знак, де він повинен стояти? Він там вроде бы, ты сейчас не докажешь, что он незаконно стоит и неправильно. Но теоретически он должен стоять на видимом месте. Есть у вас? Я тут представлю, что он пьяный. Кто? Я хочу, он мне не подойдет, а мы на вот это не пасть. Если есть у вас, можно сказать, что можно ДТП. На драгерах хоть одного продувают или 2Б? Ну, если есть подстава. Если есть подстава, або если это ДТП с потерпилами. Ну, если ДТП с потерпилами, вы понимаете? ДТП с потерпевшими обязательно продувается. А если ДТП с потерпевшими, то немає ознаки. Водив немає претензій, що хтось там тянет. То нема проблем, що надо прийти, надо. Тут що, за этим... Кусок шоколадки я под язык кину. Дальше. Сколько участников ДТП у нас? Два или три? Там фура тоже с порезанными колесами. Ну это моя фура, я одна и вторая. На осколки наехали, получается? А? Да, ну, я на ремни зацепил, ремни и это самое. Так, дивись, все документы одного людей, все документы другого. Дивись, а вы зараз, да, будете вы и...